Бельгийские власти распорядились усилить патрулирование на международных вокзалах и в поездах Талис и заявили о возможных изменениях в шенгенских соглашениях после инцидента в скоростном поезде с сообщением Амстердам-Брюссель-Париж. На экстренном заседании Совета безопасности страны глава бельгийского кабинета расценил произошедшее как теракт и объявил о повышении уровня антитеррористической угрозы с желтого до оранжевого. При этом он не исключает возможности пересмотра процедуры паспортного контроля и усиления досмотра багажа на границе стран, входящих в зону Шенген. Бельгийский премьер также отметил, что обсудил этот вопрос с президентом Франции и подчеркнул, что дискуссия продолжится на разных уровнях в Брюсселе. Мы должны быть готовы пожертвовать некоторой частью наших свобод ради борьбы с терроризмом. Шенгенские соглашения важны, очень важны для нашей экономики. Но перед лицом террористической угрозы мы, возможно, должны будем пересмотреть вопросы идентификации личности и контроля багажа на наших границах. Власти должны изучить все варианты, но если это окажется необходимым, могут быть внесены изменения в шенгенские соглашения.